Умил. Сейчас приду к вам, подождите. Барышня, обживайтесь, знакомьтесь с новым соседом. Сейчас я вам одеяло, матрас принесу. Да. Знакомьтесь. А то ему скучно одному. Только близко пока не подходить, а то он сейчас помацает. Маленько. Санта, Сандра. Не лазь туда. Рано еще к нему, вы только пришли. Но я скоро приду, малышки. Я принести вам должна матрасики и одеялки. Так, не надо топор хватать. Мяу, мяу-мяу. Топор хватать не надо. Все будет хорошо. Без топора нормально за елочкой сходим. Да. Так, видишь, он как реагирует? Не подходи близко.